Всем привет, с вами Потапыч. Сегодня поговорим о такой проблеме. Ну, ко мне очень много людей обращаются по поводу того, то, что у них пропадают папки с флеш-карты. При всем при этом на флешках у людей зачастую очень важная информация бывает. И вот люди приходят чуть ли со слезами на глазах и просят помощи. Ну, вот решил записать это видео, чтобы помочь таким людям. Так. Для восстановления папок нам понадобится программа Total Commander. Открываем Total Commander. У меня Total Commander версии 7.0. Для меня это самая удобная версия, как бы. Показывать буду на ней. Ссылка на эту версию будет в описании к этому видео. Так. Флеш-карта у меня будет под буквой Е. На нее заходим. Как видите, пусто. Попробуем зайти через проводник Windows. Тут на диске я показывает, у нас свободно 69 мегабайт из 7,5 гигабайт. Зайдем сюда. Ну, тут тоже показывает то, что пусто. Иногда бывает то, что не просто скрываются эти файлы, которые нам нужны, а за место настоящих папок отображаются ярлыки. Ни в коем случае не нажимайте на эти ярлыки, потому что это придет к запуску вируса. И ваш комп, возможно, заразится. Так, теперь расскажу, как удалить сам вирус и восстановить ваши папочки. Вот Total Commander. Нажимаем звездочку «Показать скрытые элементы». Если у вас другая версия Total Commander, то, возможно, кнопки «Показать скрытые элементы» не будет на передней панели. Тогда надо будет зайти «Конфигурация», «Настройка», «Содержимое панелей» и поставить галочку «Показывать скрытые системные файлы». Нажать «Ок». Так, теперь мы видим наши скрытые папки. Они обозначены восклицательным знаком. Вот они все файлы. Итак, важный момент. Если ваша флешка заражена или когда-то была заражена, то у вас, возможно, будет вот эта вот папка. В ней будет находиться сам вирус. Сразу удаляйте ее к чертям. Так. Ну и для того, чтобы наши папки были видны обычным проводником, выделяем их все, Ctrl-A, и нажимаем кнопочку «Изменить атрибуты». И снимаем вот эти вот все флажочки. Архивный, только для чтения, системный. И окей. Теперь заходим в проводник, проверяем. Как видим, все папки на месте. Так что, если у вас такая проблемка произошла, не паникуйте, все в порядке, файлы просто вскрылись, никуда они не делись. С вами был Потапыч, всего доброго.